Мы с мамой жили пару дней в гостевом доме. Я его не снимала. Сейчас покажу апартаменты. Приехал Никита, и мы сняли. Мама сейчас поедет в Тбилиси, а мы останемся еще чуть-чуть в Батуми. Вот, в принципе, хорошие тут и стиральная машинка, и можешь тут приготовить. Собственный мини-холодильник есть. И вот так вот выглядит комната. Небольшая, но хорошенькая. И самое, наверное, основное здесь – это вид. Вид на море с балкончика и на танцующие фонтаны, которые мы сможем увидеть здесь вечером. Выглядит неприбрежная часть Батуми. Так, ну вот что у вас примерно ожидает наверху. Обратно. Вообще прикольный, конечно, интересный экспириенс, но на самом верху, то есть когда вы доезжаете, не то чтобы там много есть что посмотреть, мы вообще там побыли 10 минут, может 15, недолго, потому что, ну, просто можно посмотреть на вид и все, больше делать нечего, прогуляться как бы там особо тоже негде. Но вот проехать просто по канатке и посмотреть на все эти виды, вот, это, конечно, прикольно. После канатной дороги мы сразу же вызвали такси и решили поехать в ботанический сад. Вот, я его сильно здесь показывать не буду. В предыдущем влоге вы можете увидеть, я тут ходила с мамой и все снимала. Сегодня просто приехал Никита, и я решила тоже его сводить, показать. Поэтому мы здесь проехались на электробасе в этот раз. И, ну, погода, правда, не такая солнечная была, как в прошлый раз. Идет дождик, но тут очень много деревьев, поэтому, в принципе, нормально. Сильно этот дождь не ощущается. В предыдущий раз я была в будни, и было очень мало людей. Я даже думала, что никто, наверное, не ходит в этот ботсад. Вот, но сегодня суббота, выходной день, очень много детей. Очень много туристов, просто прям практически не протолкнуться, а очереди на
на фотосессию с красивыми местами, так что вот, то лучше всегда приезжать в будние дни, когда не так многолюдно. После того, как выйдете из ботанического сада, спуститесь сюда буквально пару минут, дойдите до пляжа Зеленый мыс. Ну, вы, в принципе, увидите, когда будете спускаться. Тут очень красивая вода, прям зеленого, не знаю, лазурного цвета. Красивый вид, скалы, или как это назвать. Вот. И еще здесь третий вид на город. Вот, можно пройтись по такому пирсу сюда и наделать кучу классных фотографий. Ну а сейчас мы отправляемся обратно в город. Показалось, что я очень люблю экстрим. Я не сейчас на это колесо обозрения. Затаскивает. Ты что, расслабься? А чего боишься? Вот это экстрим для меня, колесо обозрения. Следующая активность прогулки, вышли с колеса обозрения, решили сразу пойти на... Это что, яхта? На яхте кататься. Или катер. В общем, вот. Очень активный вечер. Ну, вообще, в целом день, потому что мои пацаны были, на канатке катались, на колесе обозрения сейчас, и сейчас еще дальше по воде пойдем. Конечно, хочется в дневное время суток прокатиться, но, возможно, еще завтра, если будет красивый закат, то тоже съездим.